Давай, 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 смей! Сильнее, сильнее, сильнее! Еле удерживаю, давай! Давай, давай! Молодые пантеры! Растяжку, парни, растяжку! Да следующий, погоди, Иван второй, Иван, быстрее взял. Я третий. Ты третий, Женя четвертый. Женя, тебе самая важная миссия сама. Нет, очень важная, да. А можно потом против? Можно. Готов? Да. Ос! Ос, поехали. Парни, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ну, сейчас задену. Давай, 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 давай. Давай. Оп, еще волну запускай. Оп, еще волну, еще волну. Сергей Геннадьевич, вы даже не стараетесь это держать. Нормально, никого не зашибло. Быстрее, следующий! Сергей Геннадьевич, страшно? А вы знаете, почему вы одной рукой? Потому что вы на сайте. Ну, у вас руки. Не, ну я взрослее вас, конечно. А у вас руки. Раз, два, три, у вас руки. У вас руки. Так, нет, растяжку. У вас руки наши опять. Готов? Ос, поехали! Поехали! Давай! Давай, Роман, давай, крути! Оп, оп, крути, крути, крути! Помогите снаряды сложить. Помогите ровненько снаряды положить. Ну, я силу берегу. Давай, я давай, силу, давай. Сильно. А что толку, что ты берешь силы? Следующий. Иван, помоги, пожалуйста, снаряды Роме разложить. Аккуратненько сложите. Не, ну он, по-моему, взял. Умеешь играть? Умеешь? Я умею зато. Тихо, взял, взял. Так. Смотри, пока гитару положи, положите, пожалуйста, снаряд, только красиво. Еще, а да, учиться. Готов? Вот. Поехали. Положи наоборот. Так. Сейчас упор лежа принять. Хорошо. За нашего брата Матвея. Вот из-за тебя. Оставись, тихо-тихо, Матвей, не торопись. Упор лежа принять. Стойте, стойте. Мы сейчас примем упор лежа так, чтобы канат был под нашей грудью. Все построились. Чтобы канат был под нашей. Матвей, давай, братан. Все построились. Нет? Все, сдвиньтесь туда. Роман, сдвиньтесь ближе к друг другу. Сдвиньтесь ближе к друг другу. Ближе к друг другу. Ближе, ближе к друг другу. Сдвиньтесь ближе к друг другу. На левую руку все стоечку сделали, правую друг на друга положили. Роман, ты на двух руках. А, хорошо, вы вот так, да, давайте, хорошо. Давай я левую. Давайте, на правой руке левую друг на друга положили. Ближе друг к другу, говорю, сдвиньтесь. Ближе друг к другу. А я на себя тогда положу. Не надо. Ты на правой ручке стой, а левую положите друг на друга. А долго давай. Еще будет тренировка? Давай, долго. Папка, где твой? Положили руку друг на другу, спинку прямо. Так. Рома, положи руку. Делаем раз. Встаем. Два. Друг об друга упираясь. Встаем. Давай, вставай. Матвей, подъем, подъем. Сломано? Что, ты ее сломал сейчас руку? Сейчас сломал? Руку сломала. Хорошо. Тогда на двух ручках. Из-за нашего Матвея, которого мы отжимаете, за которого, ну, которого надо... Брата, которого брата пожалеть надо. На двух руках стоим. И раз грудью, да, грудью коснули, задницу вверх. Задницу вверх. Два. Коленки тоже вверх. Раз. Подпрыгнули. Два. Раз. Подпрыгнули еще разок. Оп. Да. Раз. И еще разок. Оп. Сколько времени двух? О, без 28. Блин, надо ехать, наверное. Ну подожди, сейчас еще немножко. 20 минут, и это, ребят, тоже расходится. Подъем. Можем прокатиться? Прокатиться? Ну, да я первый. Так. Хорошо. Петрук, дашь парням прокатиться? Да. А ну-ка, чай поставим. Так. Можно я? И ты их подстрахуй, только руку им давай. Можно я первый? Так, Иван первый. Кто подстраховывает Ивана? Канат убрали. Стоп, стоп. Я попросил снаряжение все сложить ровненько. Быстро снаряжу все ровненько сложили. А потом катаемся. Чтобы все ровно, Женя, Матвей, все снаряжение ровно сложите за стоечку. Чтобы все ровно и красиво было. Погоди, снаряжение все сложили, снаряжение, чтобы ровно и красиво, как игрушки вы дома складываете. У нас нет игрушек, мы не делаем, у меня есть. Ну, мы сестры. Хорошо, машинки складываете, знаете, все ложите ровно туда, за стоечку. Я машинки. Иван, давай. Видно, что там струн не хватает немножко.
Да, поиграть не получится. Балалайка, три струна, я хозяин, вся страна. Да? Сложили, 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 все ровно, чтобы ровненько. Вон меч я один вижу, завалился. Все ровненько сложили. Все ровненько, красиво. Часа. На детали положили, часа. Нет. Часа. Зачем? Вон туда положили. Ой. Это тесак. Да, это тесак, да. Так, кто первый на этом? Я! Так, погодите. Иван у нас первый сегодня пришел. Иван взял, отнес к твоей стене. Двумя руками. Я последний. Двумя руками. Держишь? Пошел. Пошел. Поставил. Объясняй на словах, как ты будешь залезать. Тихо. Как ты будешь залезать? На словах, не показывай, на словах. Ставишь ножки. Ставлю ноги. Около колес. Я сам просто. Ставлю ногу вот около колес, ставишь ровненько. Две ноги сразу. Так? Слезаешь куда? Назад. Слезаешь строго назад. Ручку на меня держись. Встал. Раз, два сразу. Раз, два. Все хорошо. Давай. Оп, красавец. Ножку выравнивай. Ножки выравнивать. Спину, спину выравнивать. Нет, ножки выровнять надо вот здесь, чтобы они ровно стояли. Да, тихо. Чуть не тихо. Ты тоже, Рома, отойди, вдруг она поедет. Не, я просто это держу. Нормально, нормально, нормально. Давай, раз, два. Да. Оп, встал. Тихо, не бойся, зачем что, и сразу выравнивай. Или кто-то давай. Должен держать наоборот. Нет. Давай, не раз, не два. Тихо, отойдите. Отойдите давай. Все. Раз, два, встал сразу. Чего боишься? Оп, все, держись. Ножки ровно ставь, сам для себя поставь, выровняй, чтобы удобно тебе было. Зачем ты слезаешь? Да ты спину все выровняй. Тихо. Ему прям спокойно, ножки на ней прям выставь. Давай, раз, два. Тихо, давай, будь здоров. Раз. И сразу встал. Начинается, не бойся. Наоборот, ты сразу. Оп, встань, отошли все. Тихо, ровно, спинку ровно, спинку, спинку ровно, тихо, тихо, спинку. Спинку ровно выровняй, спинку ровно. Стань, как на обе, как мы сидим. Спинку ровно. Смотрите, еще раз показываю. Еще раз показываю. Еще раз. Отошли. Что он сделал, что он... Каратит, потому что ноги неровно стоят. Да, ножки надо... Да. Смотрите, еще раз показываю. Вот из моего роста хватает, чтобы я по краям колеса поставил. Вам надо ставить на резиновую поверхность. Поставил раз... Поставил два. Все, здесь я выровнялся. Смотрите, начинаю перетаптываться, ножки как неудобно, да, я поставил. Все, ножки я поставил, мне удобно. И спокойненько поехал, кручусь. Понял, мам? Ты помнишь, да, как ты катался? Ты что-то сегодня просто побаиваешься. Да. Там только заходишь, что-то? Нет. Кажется, да? Нет, кажется. Слезаем куда? Слезаем куда? Слезаем назад. Хоп, спрыгнул. Готов? Молодец. Давай, давай. Ближе подходи, не бойся, ближе подходи. И раз, два, сразу. Сейчас он, сейчас давай, тихо. Ногу. Не бойся. Оп, все, спинку прямо. Тихо. Назад. Назад было. Еще раз. За Матвей, отойдите все. Вдруг он у нас поедет. Он не поедет сюда. Сам боишься? Угу. Что, давай парням дадим покататься? Не, может быть. Да не надо. Нет, все, значит, нормально, все. Еще раз, Иван, попробуй, хорошо. Давай. Ты сразу наклоняешься вот сюда. Сразу вперед. Ты назад наклоняешься, тебе надо вперед наклоняться. Давай. Да ты взад. Раз и вставай, не бойся. Страшно. Страшно, конечно, давай. Я вот и раз, и два, вставай другой ногой. Не бойся, не бойся, не бойся, я тебя он спасу. Он не укусит. Давай. Оп, и вперед наклоняйся. Все, все, все. О, тихо, вперед наклоняйся. То есть поняли, да, чтобы не коротило, надо чик выровняться. И наклоняйся вперед, давай, не бойся. Он уже все в медитативный ход. Назад. Не бойся, назад. Так, давай парням попробуем. Ладно, пойдем. Тихо. Кто у нас? Роман? Роман, пойдем. Погоди, по считалке. Давайте. Нет, 10, нет, по считалке. Роман пришел второй. Вернее, он пришел самый первый. Он спасал костер. Тихо. Какой давай. Костер? Ты, тебе парень сейчас расскажет. За меня держись, Роман. За меня держись. А что эти колеса горячие? Да. Раз, два. Оп, молодец, спинку прямо. Поразворачивайся давай. Отпрыгиваешь назад, тихо, тихо, тихо. Я-то сам это понял, все как он работает. Поехали вперед. Вперед. Наклоняйся вперед. Спокойненько, спокойненько. Спокойненько. Разворачиваешься.
Наблюдаем внимательно за его. Я уже знаю. Ну, Жень, ты, конечно, ты прирожденный джигит. Вперед наклоняйся, тихо. Назад. Джигит — это воин. Ну, так, Рома, еще? Тихо. Еще? Нет? Так, тихо, погоди. Ты наоборот должен был Матвею сказать: братан, ты пришел, как бы это, попробуй. Иван, стоп. Давай, Матвей, готов? Пропускаешь же вперед? Нормально? Чтобы он наклонный был. Ты как ноги. Запомнил? Раз, два. Спинку прямо. Спинку прямо. Выровни, выровни, выровни. Не бойся, не бойся, не бойся. Выровни, не трогай его, не трогай его, Рома. Мне кажется, он встал наоборот. Спинку прямо. Я облокачиваю себе, прямо, 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 встань, Матвей. Ну, нет, где фонарики, вообще не хватает. Нормально? Смотри, чтобы повернуть влево, тебе надо правой ногой надавить вниз. Чтобы повернуть вправо, левой ногой вниз надавливай. Левой ногой носочек влево. Он задом наперед катается. Не, нормально. Левый носочек вот так. Давай, давай, на меня едь, давай. Прыгну назад, прыгну назад. Тихо, аккуратно. Так, еще раз попробуешь? Тихо. Еще раз попробуешь? Могу я в конце? Да. Стоп! Тихо, упор лежа принять. Да блин! Упор лежа принять. Я покараю. И ты тоже, и вы тоже упор можете лежа. Он за нами наблюдает. Готовы упор лежа принять? А, давайте на кулачках. Давайте встаньте себе на кулачках хоть разочек. Что, я слушаю, сижу тихо, не голожу. На кулачки встали. Женя, Иван, на кулачки. Пальчики большие подогнули, спрятали. Нет, на ножку. Пальчики большие спрятали. Я не могу спрятать. Пальчики большие спрятали. Опусти Женя. Вот так вот. Спрятал, да. Да. Вот смотрите, вот сюда. Ребята, вот сюда. Вот сюда пальчики большие спрятали. Терпим. Терпим. Встали. И раз. Встаем. Я больше вас. Держим. Держим. Тихо. Я уже тебя держу. Не пугаемся. Держим. Встали. Теперь ручки перед собой. Начинаем стряхивать. Сейчас жмем. Погоди, стряхиваем воду. Просто так стряхиваем. Слышишь, как она щелкает? Даже не щелкает. Да. Как будто воду стряхиваете. Иван, вставай. Ну, поехали стряхивать воду. Вот так надо, чтобы... Я каждого должен послушать. Да, да, быстрее. Прям как будто водичку вы стряхиваете. Да, поехали. Руки вверх. За мной все ходим. Все ходим за мной, повторяем, что я делаю. Руки вверх. Ручки вверх. Быстрее стряхиваем. Быстрее. Руки вниз. Руки вниз. А где папа? Где папа? Здесь. Ты два часа, да, Иван, занимаешься? Вообще красавец. Встал? Нет. Вот пить хочется, да? Да. Я есть грудь. Нет, я есть грудь. Я есть грудь, да. Галактики, да? Я грудь, ты грудь? Нет, я грудь. Я грудь. Ты грудь. Я грудь. Делаем, ручками вниз. Да. Аккуратно, ребята. Ручки в сторону. Ручки, стоп! Матвей, упор лежа принять. Упор лежа принять. Без разрешения ведущего нельзя. Петр вас спровоцировал специально. Упор лежа принять. И раз. Держим полусогнутые ладони. И попу вверх. Попу вверх, коленки вверх. Два. Женя, терпи. Раз. Ой-ой. Сейчас будет бубу. Два. Сейчас, да, держим. Раз. Показачи. Держим. На животе, держим. Два. Женя, терпим. И раз. Держим. Два. И еще разочек, я Женя, терпи. Но раз. Раз. Два. Встаем. Дождался. Не могу и не хочу. Ты сначала все сказал, не хочу. Вставай, ноги распутал. Более верно. Моя очередь. Я погоди. Жек у нас просто мастер, да? Женя. Аккуратно. Аккуратно, Женя. Ножки выровни. Никого не задави. Ножки выровни, Женя. Я за ним буду кататься. Нас понял, да, как выровнять? У него уже все. Выровни ножки. На балалайке, да, играет? Давай.
А давайте фигуры построим, чтобы нас порежало, не задавливало. Давайте вот так встанем. Вот так, на расстоянии друг от друга 2 метра. Тебе надо фигура. Между нами проехать змейкой. И ты, а ты тоже на мячике, да, садись на мячик, вот там. Он как будто водитель. Иван, а ты на лавочку, двигай лавочку сюда. И здесь на лавочке сидишь. Ты должен проехать нас, не задеть. Аккуратно. Давай. Аккуратно. Вокруг Ивана проедь. Вокруг Ивана. Женя, вокруг Ивана. Аккуратно. Аккуратно. Иван, ты готов? Сейчас мимо тебя поедет повозка. Расставься, Женя, расставься. Нормально. А попробуй присядь. О, освободитель! Еще водитель, да. Аккуратно, аккуратно. Семки, да. Иди развози семки. Тихо. Ой, ё-моё! Сергей Геннадьевич, а можно еще так немного? Погоди. Теперь вы именно нас попробуйте. Только вас слушается. Он всех слушает. Он меня вообще не знает, этот конь. Блин, он сейчас загадит. Так можно хулиганов делать. Конечно, так видит. А вы попробуйте сделать очень быстро. Я могу. Вау! Вокруг течет. А кто больше выдержит? Давай. Сейчас стой, пусть первый. Попробуй. А я сразу упаду. Тихо. По центру ставь. Вокруг встаем, чтобы если он улетит, чтобы его подстраховывать. А давайте мячики расставим. Женя, по центру, вот сюда. Женя, стань 2 килограмма. Ну, он весит по сколько? Килограмм 8, может. Вставай. Ты подумаешь, я 37 такой делаю. Потому что ты неаккуратен. Я 37. Ну, я попробую. Мы сейчас. Сразу же сделаем. Давай, руки разведи в сторону. В сторону руки. Прям в сторону разведи их руки. Прямо. Давай, и пошел. Крутись быстрее. Быстрее. Разворачивай в другую сторону. Резко в другую сторону крутись. Ух. Давай теперь в другую сторону. Понеслась, родимая! Оп, родимая, давай. Понеслась! Ручки прямо. Глаза не закрывай. Не закрывай, открой глаза, Женя. Крутись, руки прямо. Крутись. Быстрее, повороты чаще делай. Давай. Быстрее. Он вокруг своей оси, получается, закручивается просто. Все? Оп, все, тихо, стоп. Петр, теперь. Давайте, Петр Владимирович, попробуй. Закрутился? Петрух, аккуратнее. Петр, вы закрутитесь, сразу говорю. Блевотный рефлекс. Вы сразу закрутитесь. Руки в сторону. Я могу еще быстрее, потому что у меня глаза надо закрывать. Нет. Ты одну ногу, пятку вниз, а носок другой вперед. Все. Я все. Закрутился, Сергей Геннадьевич. Да. А вы быстрее всех. Сергей Геннадьевич, почему я? Я говорю, быстрее всех, Сергей Геннадьевич. Ну давай покажи. Сейчас. Ой. А можно мне? Давай, следующий. Так, погоди, Матвей, следующий. Аккуратно. Раз, два. Все, тихо. Тихо. Спину прямо. Матвей, спину прямо. Спину. Ручки в сторону. Выпрямись. Тихо. Спину прямо сделай. Сколько можно? Просто для них специально условия спину прямо, чтобы переключали страх на прямоте. А так вот, хоть вот так можно ездить. Руки в сторону и другую сторону давай крутись. Матвей, в другую сторону. Если что, прыгаешь назад, подпрыгивай. В другую сторону давай, поехали. Да блин, тут не успеешь прыгать. Носочек, левой ногой носочек вперед нажимай. Левой ногой. А пяточкой ноги правой назад. Он тебе слушает. Пяточкой вниз сделай вот этой ногой. Да. Смотри, когда ты все так делаешь. А это носочек вперед. Вот, давай. Ножки удобно стоять? Крутись. Ручки в сторону. Конечно, я уже. Как это, есть же фигурное катание, дай нам. Он у нас балетом занимался, поэтому он все умеет. Балетный парень. Не, ну красавец.
сказать. Жан-Клод Ван Дам, кстати, балетом тоже занимался. Вы не знаете Жан-Клода Ван Дамма? Так что Жан-Клод Болван? Ой, Болван. Жан-Клод Болван? Даже я такого в детстве не придумал. Жан-Клод Болван. Давай. Тихо. Потом, обратно идет. Потом Роман, Иван, Женя. Нет? Я пойду. Сильнее, давай, быстрее попробуй. Не бойся, я тебя поймаю. А что у тебя случилось? Он боится. Ой, нет, он не боится, он предостерегается. С велика. Быстрее, ручки в сторону. Быстрее, не бойся. Оп, классно, да? Оп, еще. Оп, давай. Трясти, начинает немножко. Сейчас. Он трясется немножко, наверное. Нормально? Да. Ощущение как? Тихо, с пятого убежал, сразу отпрыгнуть надо. Так, Рома. Я вот дальше все. Да, молодец. Но не быстрее все. А надо дольше и быстрее. Раз, два. Красавец, спинку сразу вырвать. Ножки вырвать. Нормально, тихо, спокойно. Я дальше все. Спокойно. Так, за меня держись, неудобно. Да, давай. Раз, два. Можно было пешком пойти? Нет. Раз, два. Оп, все. Спинку вырви, отпускай. Спинку вырви. Уравновесь. Ты поймешь, да, это ощущение? Тихо. Ребят, от него отпрыгиваете сразу. От коня. Да. То есть надо сразу отпрыгнуть. Смотрите, я могу перетаптываться, да? То есть я... А вы его купили? Ну, это приобрели в организацию, чтобы мы могли мотивировать вот вас, молодежь, чтобы было интересно. У нас, кто лучше всех занимается, мы можем на целый день дать его. Если вы хорошо занимаетесь, конечно. Если вы хорошо занимаетесь, мы дадим... А сколько у вас гироскутеров? Гироскутеров 2 штуки. Ну, что мне подойдет? Жень, ты, братан, ты 2 дня пропускал. Я один всего пропустил. А пропускать нельзя в месяц ни разу. Почему нельзя пропускать? Потому что надо заниматься. Вот ты позанимаешься. Ну я вижу, как ты. Если ты не мог даже 10 раз отжаться, как ты? Чем ты дома занимаешься? Ребят, сейчас время к 8 подходит. Пожалуйста, всех внимание. Завтра на тренировку, пожалуйста, принесите. Все запомните. Простую тетрадь школьную. Мы будем записывать. Родители будут записывать, что вы ушли на занятия, а мы.